Как скачать музыку с YouTube без компьютера? Как мы видим, в мобильной версии фонотеки просто нету. Для того, чтобы туда попасть, надо перейти на компьютерную версию. По стандарту у меня стоит Яндекс браузер, но отсюда в YouTube в компьютерную версию почти не попасть. Можно тут писать хоть полная версия YouTube, хоть ПК-версия. Все равно выходит, в мобильную версию попадает. Чтобы попасть на компьютерную версию, надо перейти на Google поиск. Переходим на Google и пишем YouTube ПК. Теперь нам надо попасть в творческую студию. Жмем на значок канала и жмем на творческая студия. Так, теперь надо найти фонотеку здесь. Нажимаем вот здесь. И вот она, в самом низу фонотека. Жмем на нее. Вот загрузилась фонотека. Вот она музыка. Эту музыку можно использовать в своих видеороликах. И вот здесь кнопка скачать. Ну вот, как видите, все скачалось без проблем.